Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ, мы здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить маник при регистрации, также можете вводить мой промокод, пишите хэштег Кирилл YouTube. Его нужно вводить на 6 уровне, за него получите очень хорошие плюшки. Вся информация есть в описании под видео. Итак, пацаны, сегодня у нас будет необычное и разговорное видео. Сегодня мы поговорим про онлайн на проекте Родина РП. И сегодня, пацаны, очень такая хорошая, возможно, новость для вас, для тех игроков, которые играют на Родине. Родина, пацаны, очень сильно поднялась по онлайну. Я думаю, вы сами это, в принципе, заметили. То, что вчера просто Родина смогла обогнать Амазин по онлайну. И занял 2 место. И сегодня, как я понял, был новый рекорд по онлайну, а именно 2600 игроков. Я считаю, что это очень круто, пацаны. И я уверен, когда выйдет глобальное обновление, онлайн будет 3000. Ну, мне реально так кажется, потому что, ну, если без глобального обновления онлайн уже 2600, то с глобальным обновлением, с новой картой, онлайн точно будет 3000. Я вот, если честно, сегодня целый день смотрю за онлайном, и до 2 часов дня Родина была стабильно на 2 месте по онлайну. Но сейчас его немножко обогнал Амазинг, но я считаю, это уже достойно то, что Родина вчера вечером обогнала Амазинг, и сегодня до 2 часов дня Родина была на 2 месте по онлайну среди всех проектов КРМП. Ну, Родина от Амазинга по онлайну отстает буквально на 20 человек. Это вообще очень мало, и тем более сегодня на Родине по онлайн, по-моему, 2633. Давайте даже это посмотрим в одной группе. Вот, мы обновили страницу, и рекорд сегодня был на Родине 2633. Я считаю, это очень круто. Это больше, чем сегодня было на Амазинге онлайна. Родина уже конкретно догоняет Амазинг, даже 2 раза уже обогнал его по онлайну. Я считаю, это очень круто. Прям реально, Родина красавчики. Вот вы даже заметили то, что Родина уже там сколько? 3 года, по-моему. Или больше даже. Я уже, честно, не помню даже. Но я на Родине, по-моему, около 3 лет уже снимаю. И у них ни разу не было никаких конфликтов. Никаких проблем особых не было. Вот реально, Родина — это очень классный проект. Такой нейтральный. Который ко всем проектам относится нормально. И у них никогда не было конфликтов. Я считаю, что это очень хорошая черта для проекта. Потому что, ну, у них нету, так сказать, черного ящика. У них нету никаких проблем, у них нету никаких негативных отзывов. У них нету никаких терок с другими проектами. Они просто работают и все. Как бы они не пытаются кого-то как-то зацепить. Громкие заявления никакие не делают. Они просто берут и делают обновления. Вот Родина реально в этом плане красавчики. То, что они просто берут и делают. Они даже особо ничего не показывают, что будет в глобальном обновлении. Я считаю, это очень круто и достойно. Сейчас идет жесткая борьба между Амазингом и Родиной. То Амазинг впереди, то Родина впереди. То Амазинг впереди, то Родина впереди. Реально сейчас идет очень жесткая борьба за 2 место, потому что, ну, как бы иметь 2 место среди всех проектов КРМП, я считаю, это очень круто, и Родина этого достойна. Не спорю, каждый проект это достоин, в принципе, хороший проект. Как бы, но сейчас реально идет жесткая борьба между 2 проектами. Между 2 хорошими проектами, на которых я играю. Как бы я играю и на Родине, и на Амазинге. И я одинаково хорошо отношусь к обоим проектам. Мне реально интересно над этим наблюдать. Не знаю, как вам, но мне реально интересно. Я постоянно захожу, смотрю и наблюдаю над этой жесткой борьбой. Кому тоже интересно, пацаны, пишите в комментариях, там, ставьте лайки. Что я вам еще хотел сказать? Я очень жду глобальное обновление на Родине, потому что на Амазинге оно уже вышло 2 месяца назад. И я очень сильно жду глобальное обновление на Родине, потому что там будет новая карта, которая не была нигде и никогда не будет, скорее всего, кроме Родины. И скоро уже должна наконец-то выйти, я на это надеюсь, потому что писали, что скоро. Скоро, это возможно даже в этом месяце, поэтому, пацаны, кто желает, можете приходить играть вместе со мной на Родину. Я играю на 1-м серваке, Центральный округ. Вся информация есть в описании под видео. Вот такое вот было просто разговорное видео, в котором я хотел просто с вами поделиться своим мнением, своими эмоциями. Давайте вот обратно даже обновим страницу. Ну, видите, сейчас обратно Амазинг на 1-м месте. Точнее, на 2-м месте. Ну, видите, туда-сюда это все идет. Как бы то Амазинг впереди, то Родина. Ну, я думаю, вы это поняли. Я просто решил высказать свое мнение. И на Родине, кстати, рекорд уже такой нормальный. 2600 игроков, пацаны. Я считаю, это очень круто. Вот сейчас на 1-м серваке 800 онлайна просто. 1-й сервак полностью забит, пацаны. Вы понимаете это? 1-й сервак
сейчас просто полностью забит. Максимальный онлайн 800 человек.